Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 30, из раздела «Многоэтажные дроби». Найдем значение выражения. 1/2 умноженная на 2/3, числитель, деленная на 1/3, знаменатель. Произведем вычисление в числителе. Выполним сокращение, сократим двойки, останутся единицы. Итого у нас получилось в числителе 1/3. 1/3 нам надо разделить на 1/3. 1/3 мы умножим на дробь обратную данную, то есть на 3/1. Выполнив сокращение, получим единицу. Задание Б. В данном задании мы сначала будем находить значение в знаменателе. Для этого 3/4 умножим на 1/2. Сократить здесь нечего, поэтому производим умножение. В числителе 3, в знаменателе 8. Нам остается 5/8 разделить на 3/8, то есть 5/8 умножить на дробь обратную 3/8. Это дробь 8/3. Сократим восьмерки, у нас останется 5/3. Выделим целую часть, получится 1/2. Задание В. Произведем вычисление в знаменателе. 1/2 умножим на 1/6. Сократить мы здесь ничего не можем. Производим перемножение. Получилось 1/12. Единицу разделим на 1/12. То есть единицу умножим на дробь обратную данной. На 12/1. В ответе получится 12. Задание Г. Сначала найдем значение в числителе. 2/5 умножим на 3/4. Здесь мы можем сократить 2 и 4. Осталось 1 и 2. А теперь перемножим. 1 умножить на 3 – это 3. 5 умножить на 2 – это 10. 3/10 разделим на 15. То есть 3/10 умножим на 1/15. Получается, выполним сокращение. 3 и 15 разделим на 3. Здесь остался 1. 15 разделить на 3 будет 5. Перемножим, получится 1/50. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.